Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Mortal Kombat, и мы продолжаем защищать башни. Итак, то есть мои самые прокачанные бойцы — это Кун Лао, Каталькан и Джейд. У врагов, как видите, герои попроще, поэтому я хотел бы взять и моих героев тоже, вот самых слабеньких, и попробовать их немножко прокачать. Итак, вместо Кейджа, давайте-ка, друзья, я возьму сержанта, вот. Вместо Каталькана возьму монаха. Ну и вместо Кун Лао давайте-ка возьмем более-менее прокачанного бойца, иначе вот против вражеских персонажей мы не выживем. Итак, давайте-ка, друзья, я возьму. Возьму-ка, друзья, какого-то серебряного бойца. Ну, давайте-ка я возьму Кун Цзинь. Так мы должны точно выиграть. Ну что ж, начнем битву и надеюсь, что с Кейси Кейдж мы справимся без проблем. Итак, вперед. Давайте-ка сразимся и посмотрим, удастся ли нам вот провести первый раунд. Да, друзья, я хотел бы сегодня всех героев моих как бы задействовать в битвах. И надеюсь, у нас все здорово получится. И да, вот Катальканы я буду брать вот в самый конец, пока потестю обычных героев. Итак, переключаемся. Давайте-ка переключусь на солдата и попробую вот запинать Люнкея. Отлично. Итак, сержант неплохо себя показывает. Вот, держит неплохо блок. Отлично. Итак, как видите, проходят удары. Вот, не стал я рисковать. И давайте-ка, друзья, да-да-да, вот серия ударов. Отлично, блок. И продолжаем атаковать. Ох, ничего себе. Да, несмотря на то, что Кейси Кейдж крута, вот наш сержант неплохо держит удар. Но я в шоке. Видите, какая она оказалась крутая. Вот удалось использовать супер удар. Ну, кстати, было бы неплохо еще и призвать монаха. Но опять же, не факт, что он справится. Ой-ой-ой. Итак, Линкей. Ну, давайте, друзья, я тоже поменяю кого-то. Итак, где мой монах? Вот тоже завершить серию ударов. Вот так. Отлично. И пинаем-пинаем противника, отлично, снимаем часть жизни и продолжаем наносить серии мощных ударов. Отлично. Итак, почему-то не прошел удар. Не прошел удар, ничего страшного. Ах ты, смотри, что творит Лин Куэй. Вот я надеюсь, что... Ой-ой-ой, друзья. Итак, жизнь нашего героя проседает. Ну и давайте-ка, друзья, я попробую вот переключиться на другого героя. Итак, Кун Цзинь сейчас, я уверен, сумеет нанести очень много повреждений. И Сирай Рю выбывает. Отлично. Итак, как видите, Кейси Кейдж атакует, но у него нету шанса против Кун Цзиня. В принципе, герой очень здорово прокачан, и, как видите, у него нету соперников. Отлично. Итак, еще несколько ударов, и переключается на Лин Куэя. Ну, давайте-ка, друзья, я возьму сержанта, пусть он тоже здорово напинает. Вот, прокачаем и этого героя. Ага, вот, нет, не выдержит наш сержант, Лин Куэй все-таки довольно-таки крут. Вот, а сержант слабо прокачан. Тем не менее, смотрите, как он достойно сражается. Скорее всего, сейчас он погибнет. Но я считаю, как, друзья... Да, ах, не успел, друзья. Вот хотел использовать суперудар. Итак, выбиваем оставшихся врагов, и это победа. Ну что ж, чудесно. Чудесно. Итак, враг повержен, ну а мы празднуем победу. Здорово. И да, друзья, сегодня я тоже буду открывать какой-то алмазный сундук с надеждой, что выбьем алмазного персонажа. Вот, опять же, благодарю подписчика, вот, который задонатил, вот, души мне, вот, подбросил золото. Отлично. Ну что ж, продолжаем игру. А сейчас давайте-ка, друзья, изменим и вот возьму более слабых героев. Кстати, у меня сейчас есть прокачанные золотые бойцы. Вот, как видите, они на первых уровнях. И я думаю, нужно будет сейчас их прокачать, взять битву. Итак, Катальган и Кано. Ну и, в принципе, вместо Кун Цзиня давайте-ка я тоже возьму какого-то прокачанного героя. Вот, я смотрю, кого бы взять. Либо Соню Блейд, она мне нравится, либо вот Джейд нашу алмазную. Ну, давайте-ка, друзья, я возьму подка Джакса Брикса. Вот, если что, он должен вытянуть бой. Ну, по крайней мере, я на это очень здорово надеюсь. Итак, как видите, враг силен. Вот, мои герои, хотя и первого уровня, но они должны себе немного неплохо показать. Ну что ж, вперед. И да, Джакс Брикс фермер, он слабоват, но я думаю, он все-таки должен вытянуть бой. Посмотрим. Посмотрим, что из этого получится. Остальных бойцов, по крайней мере, мы всего сейчас в битвах попробуем прокачать. Отлично. Итак, вперед. Пытаемся победить. И посмотрим. Да, сразу же давайте-ка переключусь на других бойцов. Итак, бог солнца Катальган. Ой-ой-ой.
Ох, как круто, пинает его. Итак, ох, ну он выглядит, конечно же, здорово. Итак, а ну-ка, да, удалось пнуть Куньзыня. Идем в блок. И сразу же, друзья, давайте-ка я попробую испытать. Ага, вот, друзья, не совсем понял, как работает этот удар. Вот блок. А ну-ка, давай. Ой-ой-ой, смотрите, что творит Куньзынь. И давайте-ка, друзья, я, наверное, переключусь. Я хотел переключиться. Вот, отлично. И да, вот так. Удар головой. А ну-ка, друзья. И еще вот так. Да, вот, супер. Ну что ж, классический канон мне понравился. Ох, правда, он, как видите, слабоват. Его здорово пинает, но я думаю, он должен себя, тем не менее, неплохо показать. Так, блок. Нет, друзья, без фермера у нас ничего не получится. Итак, переключаюсь на фермера и сразу я начинаю пинать врага. Итак, да, мощный удар. И сейчас, надеюсь, ах ты вредина, смотрите, что творит. Но наш фермер Джек Брикс выбивает первого из врагов. Отлично. И Аштег пытается что-то сделать. Ничего себе, нашего Джекса Брикса сбивает с ног. Но мы сейчас его допинаем. Итак, мощная атака. Ага, не дает вот солдат мне использовать суперудар. Но сейчас мы вот наносим мощный удар и выбиваем противника. И да, давайте-ка, наверное, я переключусь. Вот, хоть хочется мне еще использовать вот трюки этого героя, классического Кано. Вот, хотя он слаб, он, смотрите, как здорово, ай-яй-яй. Итак, выбивает нашего героя, но фермер Джекс Брик сейчас вытянут бой. Вот за то, что, друзья, я и брал сильного бойца, чтобы он смог вытянуть вот наш бой. Отлично. Ну вот, победа. Отличнейший бой, отличнейшая победа. Вот и сейчас, скорее всего, мы прокачаем и Кано, и Кателька на новые уровни. Вот, просто супер. Итак, герои переходят сразу же и в первый Кателькан, и Кано на третий уровень. Ну вот, просто чудесно. Итак, удалось заработать золото. Вот, ну что ж, круто. Итак, идем с вами дальше. Враг становится все сильнее, ну а я постепенно буду как-то выравнивать наших героев и прокачивать. Отлично. Итак, монах-сержант сыграли, а сейчас давайте-ка возьмем Сирайрю. И возьмем Соню Блейд. Кстати, Соня Блейд у нас тоже первого уровня. Вот Сирайрю 20-го, но, как видите, по силе они одинаковые. И, конечно же, мне нужен сильный боец. Вот, давайте-ка посмотрим, кого бы взять. А давайте-ка, друзья, я возьму алмазную Джейд. Итак, первый герой, которого, опять же, мне прикупил подписчик. Вот ссылка на его YouTube-канал и на его почту я оставлю, кому интересно, который мне помог с донатом и золотом. И, опять же, он помог мне добыть алмазную Джейд. Ну что ж, друзья, итак, этим составом, и давайте-ка попробуем зачистить третий уровень башни. Так, давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Сработает ли здорово наша команда, удастся ли мне вытянуть и этот бой. Причем, друзья, вот алмазную Джейд я оставлю на финал, потому что она будет рвать сразу же без проблем. Вот поэтому давайте-ка я начну бой с Сирайрю. Отлично. Вот, ух, какой крутой ящер, как здорово наносит повреждения. Ну и наш герой неплохо атакует. Отлично. Вот, ой-ой-ой, подключает монаха. Итак, давай, дружище. И есть возможность использовать суперудар. Метаем кинай. О, как здорово. Отлично, удалось снять большую часть здоровья. Вот, ах ты вредина, подловил их монах. Кстати, давайте-ка я переключусь. И так, Соня Блейд входит в бой. И сейчас я попробую использовать удар ногой. Да, вот первый раз играю этим игроком. Отлично, ах ты вредина. То, что творит ящер, заплевал нас кислотой. Но Соня Блейд, я уверен, сейчас, ах ты, что творит Джо Кейдж. Он нанес довольно-таки коварный удар снизу, снял часть здоровья, а мы пытаемся ее выбить. Итак, да, друзья. Сейчас мы пнем на 60% урон, ну просто супер. Итак, сбиваем с ног Джо Кейджа и пытаемся... И сейчас я подключаю уже Джет из МК-16. Вот, просто супер. Итак, надо добивать Джона Кейджа, и это победа. Итак, друзья, давайте-ка еще дам кому-то из наших героев шанс победить, сыграть. Ох, как здорово. Итак, второй противник уничтожен, ну а я подключаю Сирайрю. Отлично, метаем монаха и наносим добивающий удар. Победа.
Просто-просто супер. Итак, классная команда, она мне понравилась, просто здорово сыграли, ну просто супер. Итак, собираем награду и берем следующую стройку героев. Вот попробую сегодня, друзья, пройтись по всех героев. И да, конечно же, пишите свои составы, которых вы хотите, вот, чтобы я тестил в следующих испытаниях в башнях. С удовольствием буду брать. Ну, а пока давайте-ка возьмем следующего героя. Итак, походу, друзья, сейчас надо нам разбить бамбук. Ну, пусть будет Джейд. Вот она достаточно крута, чтобы его разбить. Ну, посмотрим, что из этого получится. Итак, испытай свою силу, и сейчас Джейс, скорее всего, будет бить. Давай, 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 давай. Ну, еще темно, немножко, чуть-чуть. Итак, пробуй, 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 пробуй. И не сумел, друзья. Итак, играю на джойтике, друзья, очень-очень неудобно тапать, вот нажимать. Не сумел я этого сделать, ну, как бы не критично. Вот, очень близко было, но не сумел этого сделать. Ну что ж, ничего страшного. Итак, меняем команду. И давайте-ка, друзья, я попробую взять следующую тройку героев, кто у нас еще не сражался. Итак, друзья, не сражался у нас еще Лин Куэй и Рептилия. Вот эти герои и берем. Вот, и что-то я, друзья, не помню. А Сирарю уже у нас как бы сдвинулся. Ага, Сирарю мы только что сыграли. Вот. Ну, пока как-то так. Итак, мы сначала Сержанта Монаха, потом Катальканкену. И сейчас Сирайрю. Итак, здесь тут немножко запутался. Итак, кто из этих героев уже играл? Лин Куэй. По-моему, друзья, вот как-то так. Итак, Сержант Монах, Сирайрю Лун Кей, Каталькан Канон. Ну, по-моему, как-то так. Вот. И вместо Джей, давайте-ка, друзья, я возьму. Кого бы взять? Давайте-ка возьму обычного Джека Брикса. Вот, надеюсь, он тоже вытянет нам бой. Вот, ну, как-то так. Итак, вперед. Что у нас? Пятая башня. Вот, сержант, Каталькан, Аштек. Ну, в принципе, должны вытянуть. Ну, по крайней мере, я в это очень здорово надеюсь. Итак, вперед. Если у вашего отряда закончилась энергия, используйте другие карты, заполненные энергией из своей коллекции. Отлично. Итак, давайте-ка, друзья, я переключусь сейчас на более слабых героев, чтобы бой был интересный. Итак, кулак Шаолиня Кунлао. Отлично. Пытается пнуть сержанта. О, как здорово у него получается. И давайте-ка, друзья, я попробую использовать трюк. Метну его шапку-диск. Вот, круто. Итак, да, не забываем за блок. Ну, не хочет атаковать, ну тогда давайте-ка мы. Итак, да. Ах ты вредина, что творит? Итак, пробуем нанести. И смертельный удар. Вот, здорово. Итак, да, еще, друзья, пытаюсь вот швырнуть шапку нашего Кунлао. Вот, и нанести серию мощных. Итак, Аштек пытается что-то сделать. Кстати, давайте-ка я переключусь на ящера. Вот, хочется еще его потестить в битве. И сейчас попробуем заплевать противника ядом. Вот, супер. Итак, Аштек отравлен. Пытается атаковать. И я... Ух ты, вредина, что творит сержант? Ну, а я его также отравливаю яду. И пытаюсь набить вот достаточно вот повреждения. Отлично. Итак, смотрите, несмотря на то, что враг был крут. Ой-ой-ой, смотрите, что творит. И этого противника мы тоже отравливаем ядом. Итак, друзья, давайте-ка я переключусь вот на нового бойца. Итак, пусть бой заканчивает вот наш Джек Брикс. Итак, смотрите, как здорово он пинает противника. Плюс еще есть возможность использовать мощный удар. Вот, отлично, вот так, да. И Аштек просто вылетает. Как он выживает, непонятно. Итак, подключается сержант, но опять же у него нету шанса. Итак, этого противника мы тоже пинаем и выбиваем. Ну и финальный удар, давайте-ка пусть нанесет Кулао. Не успел воспользоваться его шапкой. Ну что ж, это было тоже круто, здорово, хорошая победа, хороший бой, неплохо себя показал. Ящер, мы победили, ну, просто супер. Итак, да, Кунлау перешел на новый уровень, ого, даже на четвертый, ну, просто чудесно.
Отлично. Немножко я прокачал разных моих бойцов. В прошлой части, друзья, кто смотрел, мы открыли 3 алмазных пака, но, к сожалению, выпали только золотые герои. Других вариантов не было. Ну что ж, давайте-ка попробуем сейчас еще финальный бой. Взять моих, опять же, наиболее слабых героев. И, надеюсь, они себя тоже неплохо покажут. Итак, Соня Блей себя неплохо показала. Мы ее вытянили. Да, вот Джек Бикс мы еще не играли. Вот, и ящером тоже не играли. Итак, берем этих героев. Вот, а вместо Джакса Бикса, давайте-ка, друзья, я возьму вот Каталькана. Хотя враг, не, в принципе, не так уж крут, поэтому, возможно, друзья, давайте-ка я возьму Соню Блейд. Да, вот этот герой, в принципе, мне нравится. Так, что там с врагами? Что с врагами? Ну, должны победить без проблем. Ну что ж, продолжаем битву. Финальная зачистка башни. И потом уже, друзья, я думаю, мы пойдем с вами купим алмазные паки. Вот, и посмотрим, что интересного еще. Вот ежедневная награда и другие варианты. Итак, Соня Блейд. Нет, давайте-ка, друзья, я переключусь. Это, опять же, сильнейший мой боец. Итак, ящер атакует монаха. Вот, монах тоже, в свою очередь, неплохо себя покажет. Итак, удар не получился. Ну, ничего страшного, отлично. Итак, удар сверху, здорово. Вот, и сейчас попробуем заплевать противника. Есть, проходит удар ядом. Кстати, давайте-ка, друзья, я попробую еще переключиться вот на костюм Джекси Бикс. Вот, отлично. И да, смотрите, как круто она атакует противника. И да, вот... Противник атакует, а наша Джек Брикс наносит удар снизу. Итак, атака ящера активирования. Смотрите, что сделал. Отравил моего персонажа. Вот месть моя будет жестока. И удар... Ага, ох, ничего себе. Как она может делать? Я не ожидал, друзья, что этот герой может вышвырять какие-то ядрами. Ну, сейчас я отомщу. Итак, удар снизу выбивает монаха. Отлично. И да, давайте-ка, друзья, я переключусь на Соню Блейд. Пусть она отомстит. Ой-ой-ой. Итак, Саб-Зиро вот немножко отравил нашего героя. Ну, а Соня Блейд сейчас двумя ногами нанесет смертельный удар. Бьет по уязвимым точкам. Пытается выбить противника. Ах ты, что творит? Что творит Саб-Зиро? Но, опять же, это все не критично. Сейчас я попробую вот увеличить урон и добить противника. Итак, ага, вот Джек Брикс переходит. Сейчас я попробую его отравить и ударом снизу выбить противника. Вот выживает. Выживает Саб-Зиро. Вот и финальный удар пусть нанесет ящер. Вот не успел отравить противника. Тем не менее, это победа. Просто-просто супер. Ну что ж, классная победа, классный бой. Не всех героев я, друзья, задействовал, но победа получилась классной. И да, вот Джеки Брикс переходит на 4-й уровень. Просто-просто супер. Ну что ж, а сейчас, друзья, давайте-ка, вот башню мы зачистили, перейдем с вами уже к алмазным пакам и попробуем выбить сегодня какого-то нового крутого героя. Вот мне кажется, так будет интересно. Итак, возвращаемся назад. Вот, кстати, что там у нас в магазине делается. Давайте-ка посмотрим. Я не смотрел еще, какие у меня есть вот бесплатный бронзовый набор. Возможно, что-то интересное выпадет. Итак, давайте-ка откроем. И откроем ежедневный набор, где падают, опять же, интересные фишки. Возможно, выпадет, опять же, новый герой. Итак, что у нас в бесплатном? Бронзовом это повышение уровня спецприема. Ну что ж, добавляем коллекции. И давайте-ка посмотрим. Кстати, а что у нас с персонажами? Что у нас с персонажами? Вот есть ядовитая Девора. Вот за 450 душ мы можем купить. Либо вот попробовать все сделать, купить в алмазных паках. Вот, друзья, стараюсь покупать в алмазных паках, чтобы купить, вот выбить крутого персонажа. Ну, сейчас давайте-ка я посмотрю ежедневный подарок и попробуем купить какой-то алмазный пак. Возможно, все-таки удастся выбить алмазного героя, чтобы уже не было Джейд одной алмазной скучной в нашей команде. Итак, что у нас в ежедневном подарочном наборе? И это вот ящер, отлично, он у нас уже соединяется, уже становится 4-го уровня. Круто,
Отлично. Вот подрастает характеристики, атака, защита, здоровье. Вот, ну и сейчас давайте-ка посмотрим все-таки, что у нас с предложением. Итак, есть алмазный набор МК-11, элитный набор спецназовец, но это, друзья, не алмазный. И набор масти единоборства. Друзья, только буду покупать алмазные наборы с надеждой выбить вот алмазного персонажа. Поэтому сегодня мы покупаем только вот этот алмазный набор. Итак, покупаем и посмотрим, что же сегодня интересно выбить. И да, в магазинах я тоже буду смотреть, если будет алмазный персонаж, буду покупать. Итак, пробуем открыть вот алмазный набор. Ох, какая крутая коробка. И кто же из нее выпадет? Это уже интересно. Итак, друзья, телепортация, лечение 20% для всех персонажей Ермак. Отлично. Что у нас еще? Вот, команда Кано. Глаз киборга. И, по-моему, у меня есть Кано, но какой-то другой Кано. Это уже будет два героя у меня в команде Кано. Сейчас зайдем, посмотрим персонажей. Итак, что у нас делается в персонажах? Вот, по-моему, уже два кану. Итак, золотой у меня есть Кунлао старенький, Каталькан, алмазная Джейд, серебряный Куньцзинь, серебряный Джакс Брикс, Джеки Брикс золотая, Джакс Брикс серебряный, Кулао золотой, но уже молодой, Соня Блей, Девора, Ящер, Скорпион, Кинши, Соня Блей, Аштек, Джокейш, Кано. Вот такой. И еще сейчас посмотрим, какого мы другого Кано выбили. А, вот такой Кано. Вот и вот такой. Это классический Кано, а это команда Кано. Ну, как-то так, друзья. Ну что ж, итак, друзья, сегодня не хотел бы на этом прощаться, но уже как бы время подходит. И да, пишите в отзывах, в комментариях, что лучше проходить, либо дальше проходить, либо башни, либо идти в войны фракций, либо, возможно, по других испытаниях. Ну, герои недостаточно у меня прокачаны, поэтому как бы я сейчас больше прохожу вот режим башен. Но опять же, можем попробовать войны фракции, либо вот сейчас есть классическая Соня Блейд, можем попробовать сюда вот пройти по ее башням. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч!